Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить простой, но вкусный салат из рыбных консерв. Если вам интересно, как готовится он, оставайтесь со мной, будем готовить его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? На одну банку рыбных консерв нам необходимо будет взять 2 средние отварные картофелины, 2 небольшие отварные морковки, 1 средний соленый огурец, 2 отварных яйца, чернослива, буквально 3 штучки, соль и майонез. Приступаем. Картофель нарезаем кубиками. Также кубиками нарезаем морковь. И чернослив необходимо как можно мельче нарезать. Добавляем рыбную консерву, немного соли и майонез. Все хорошо перемешиваем. Ну что ж, салат готов. Он очень простой, но небольшое количество чернослива добавляет ему такую пикантность и изюминку этому салату. Надеюсь, что вам он понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!